Сергей Пупков. Конечно, полезла скотина. Натягивает, да, с той стороны, чтобы тоже не зашли, щищу наложили. И там Никита тоже сетку рабится старенькую. Хорошо закрепляй угол, главное, внизу, чтобы не оторвало. Вот мы сейчас только что начали городить, уже эта работа позади. Уже вот. Овечки уже не пройдут. И нам даму спасибо. Я тут уже разбомбили быки. Вот. Эти как жерчь. Вот это хорошая. Вот она идет дополнительный столбушок, поддерживает ее. И уходит она в воду. Вот как. И тогда некогда друг за другом подсматривать. А только будешь радоваться, что ты такого доверил. Это вот все, что здесь сделалось. Вот теперь надо внизу шифр положить. Под бобров. Удастся или нет, здесь частично здесь вот положили. Больше отдавишь. Какая гладь воды, как она успокаивающе действует. Мы не можем в Крым мост проложить. Но свой-то мы можем здесь обиходить. Раз поставлена задача восстановления поселка, потеряют, как называем, инфраструктуру, дороги, пастбище, пащу. Так, это, Сережа, ты их не вытаскивай. Положи на место все. Это колья, которые дадут ростки, когда увезем туда. Знаешь что, их, наверное, надо сейчас бы прям туда и перевезти. Тележка здесь есть. Это, Никита, помоги вот эти колья забрать и на тот пруд увезти. Или здесь где-то посадить. А вдоль берега проткни их здесь. Чтобы не упали только. Это даже лучше будет. Давай. Вот тут пускай растут. Только крепче втыкай в землю. Все так поставил. А там был новозоринский околок. Богатый, богатый. Там пасека была. На каждой берегосе 10-15 было. Ну вот деревню разорили, а отдали это корчинским. А те никогда леса не умели хранить. У них кроме крапивы ничего нет. А мой отец был объездчиком, смотрел за этим. И там вот среди этих стояли Новозоринская. Новая Заря наш колхоз назывался, а бригада Новозоринская. И отец там дежурил. И была жучка собака, и большой кобель Марс. И напали волки, два волка. Ну, жучка-то как выскочила, а он ее как рванул, даже ее. Марс как кинулся, то одного, то другого повалил. Было или не было, волки отступили, а собачонки не стало. И какие воспоминания здесь. Там был пока как бы дежурный дед Пахомий. Никого родных не было. Вот. И он все колол чурки. Самые суковатые березовые, трудно. Ему скажет, дед Пахомий, ты еще чурку-то такую взял? Ну, силу пробую. Силу пробую, а сам сильный был, если это про него рассказывают. На мельнице приехал, а там что-то бык заортачился не туда. Ругаться-то не ругались, щалдоны. А он его быка-то как ударил в ухо-то, бык с копылков долой. Вот так. Повалил бык одного, рассказывают здесь.
А он лежит, хмель-то прошел, а бык рогами его. А он его за ноздри ухватил и лежа на спине кулаком так ударил, что бык опрокинулся и упал. Это какая же сила? Ну, это кузнец был, молотобоец. Это железный удар. Поэтому люди никогда не пользовались ножами, в драке там. Позорное такое. А на кулачном бою ударил, кто отступил, упал. Конечно, это тоже не христианское дело, но и не убийство. Хотя, как знать. Про одного тут деда рассказывают. У него на улицу, чтобы видно было, на печи прорезали маленькое окошечко. И когда уличные бои были-то, а он вместе со всеми был когда-то бойцом, и он пятится, ой-ой-ой, наши отступают, из печки брякнулся. Давайте я вас поснимаю. Поснимаю вас, расскажите. Показать. Да. Сначала все воспоминания делились такие, чтобы они никогда не были в забвении, не забыты были. Это действительно так. Отец, ну какой он так маленько верующий был, когда дрались, и все говорят, отец говорит, два раза не бил, только один раз ударит, говорит, и все, любого мужика завалить мог, а у самого одна рука сломана. Щурки ходят, щурка здоровая такая, он один. Вот как твой народ был. Моя мама кули таскала на барже, говорит, грузила, а куля-то 110 килограмм. А сейчас наши здоровые ребята, три маленьких ведерка, котелики, вот такие картошки. Я сейчас помню, а ведер 7, а отец приходит с пастбища, а мы помогали. Поднимать мешки. Когда дождь идет, гроза, нам одежду охота сухую, мы сразу раздевались и одежду под себя ложили, свернем ее и на нее ляжем. Вот так вот согнешься, а тебя хлещет дождь, а это ничего, высохнет. Главное-то одежда сухая должна. И вот пруд, коровы заходят, бывает там направиться еще. А пить-то негде, из этого пруда и пили. Фуражку почерпнешь, она протекает, там фуражки разные. Еще в рот попил, никто не болел. То есть организм сам по себе достаточно, чтобы побороть все эти микробы, как говорят. Не надо это химизация, а то пестомоз. Мы рыбу ловили, а прямо ее тоже кишки давнешь, и в рот ни соли, ничего с собой нет. Есть охота. Молоко обязательно проваривать, а мама доила коров, и у нее корова была одна камолая. Камолая, это рогов нет, а только вы. Бывает женщина на крутит на волосы. Вот так, валиком на голове, это тоже камолая. А твой брат двоюродный, говорит, у вас корова одна есть, говорит. А мы всех коров знаем в колхозах. Ну, 150 коров. Я говорю, такой коровы я не знаю. Когда в лог сошли, и тогда только с берега я ее увидел. Она куда бы стадо ни повернула, она в середине находится. Другая корова, куда бы ни пошли, она всех пройдет уже первая. Ну, я и попадала больше всего. Маленькая. И где бы мы идем, никого нигде нет, она в середине. Такая, как ручная, подойдешь, под нее сядешь, сосать, все отбирали. Как пана одна, бала пана.
самое последнее приходили, куда? Все это сгинуло, и как будто никогда не было. Вот этот плодородный слой, вот я попутно сказать, вот желтый, а тут черный. Это плодородный слой. Его всегда отдельно куда-то сгрузят. Но мы-то этого не делаем, потому что это насыпной вот этот бугор был, и мы его убираем. Откуда он насыпной, неизвестно. А может быть, после потопа остался. И вот этот плодородный слой, и для него, говорит, чтобы такой получился, верхний слой черный, требуется 2000 лет. А его как сообщают, а теперь его на удобрение. А дальше... Ну что, Никита, все закончилось. Пошли, Сережа. Слава Богу, сегодня у нас 9 уже, 9 октября, а погода такая, солнышко светит. А было тут воскресенье, как буря, все ломает, и от деревьев только летят сучки. А сегодня тишина, Бог милует. Если дождик чуть будет, вчера звонил Жене, да, он фермер, у него 6000, кажется, 700 гектар, чтобы грейдер прислал, а грейдерист, он одновременный комбайнер, но он не может бросить урожай. Игорь Барабаш вчера закончил полностью все. У него немного там 200 гектар, кажется. А у того огромная площадь. И он тогда грейдер, да, разровняем, и тогда уже щебенка. Все, пошли. Во славу Божию. Вон наш лагерь. Рядом здесь, на этом. Сережа, ты возьми тогда эту мазилу. Ванна стоит. Отработка где? Помазали, видите, посмотри, как мы все сделали это. Все, закрыли. И сегодня, если случайно коровы прорвутся сюда, то туда они не попадут. Вот так вот.